4. Всем привет, с вами команда Грейс, и сегодня мы делаем реакцию на клип Dreamcatcher от Ай. Итак, давайте вместе же посмотрим. Ничего, что-то попросит. Она замедлится туда, или настанется. Окуня была классно. Блин, костюм вообще клёвый. Чисто дерево Dreamcatcher. Да-да. Вау. Что за аниме? Какая партия классная. Фантастика какая. Нифига себе. И так блонд идет. Блин, о, она просто крошиха, она... Господи, Иисусе. Все это звуки. О, дерево классное. У них как-то не смешали будто скрим и боку. Да. Такой красивый. Да, вообще. Я не могу. Блин, это перед макияжем, вот это классно. Вау, и так все это идет. Инструментал очень классный. Блин, костюмы такие, вау. Костюм вообще классный. О, шуба! Офигенно. Опять шуба. Мне очень нравится красный костюм. Это Дами пела только что или нет? Это Дами! Это она? Офигеть! Ни хрена себе! Блин, господи, она прекрасна. Это просто похоже на какой-то сюжет из аниме, серьезно. Такой, типа, знаешь, футуристический, да. 2040 год какой-нибудь. Блин, а, это вообще похоже на какую-то серию, знаете, такого аниме. Все, у меня теперь точно появился Бианс Dreamcatcher. Кто именно? Владимир, я не знаю, как это будет, пока не знаю. Утопия. Очки. Couldn't find the utopia, what they dreamed of. В конце концов, Dreamcatcher не найдут утопию, о которой они мечтали. Вообще-то грустно. Они должны найти утопию. Блин, а смотрите, кстати, у них, помните, просто дерево было, а сейчас... Время обзора. Итак, наш вердикт. Итак, наш вердикт, это было... Вот так вот. Да, типа, это реально очень классно. И вот эта вот последняя заставка, мне кажется, очень классно то, что они выбрали себе дерево, потому что, ну, это типа сразу их олицетворяет. Даже в других каких-то группах мы такие видим, такие, о, это дерево похоже на Dreamcatcher. Вот. Там кабак недавно был. А у Джайда, у них начало начинается, да. Там дерево точно. Да, уже. Я хочу сказать про их костюмы и про их макияж. Макияж это вообще... У кого-то тут иероглифы, у кого-то тут смайлики всякие, у кого-то один глаз накрашен. Кстати, иероглифы, мне кажется, были японские. А я, кстати, не заметила. Да, без разницы, ну типа прикольно. Ну, прям охрененно. Очень классно. Как берется от Ай? От Ай? А, это глаз, а вот. Что такое от? Я не помню, что это. От глаз. Очень классно. Очень классно. Да, очень классно. Согласна. Мне очень клип нравится, мне нравится все. Я хочу танцевать этот танец. Тоже. Только погромче послушать потом, это очень. Да, еще побольше. Очень классно.
Блин, просто все крошихи. Причем мне обычно нравится кто-то там по отдельности, а тут прям все очень-очень красивые. И у них причем волосы покрашены в такие вот цвета, такие холодные. Mm-hmm. То есть у них нет ни у кого тёплого там... Тёплого оттенка. Да, тёплого, и это очень сильно хорошо сочетается. Сколько? Мне еще нравится то, что у них латексные... Латексные. Латексные. Они кожаные, нет, они латексные. Это кожа? Да, это кожа. Ну, короче, да, кожаный костюм очень классный. Красный самый охрененный. Красный, да. И оранжевая шуба. Да, шуба вообще классная. Очень круто выглядит. Мне понравился, честно, этот макияж у... Гахён, да, yeah. Гахён классный. Который здесь иероглифы? Нет, я скажу. А, с этими? У нее чёрный парик? Да, чёрный парик. Да-да-да, Гахён. Вот такая классивая в этом клубе. Вообще, все классные очень. Мне понравилось... Да, я сказала классивую. Знаете, что мне понравилось? То, что Джию также в конце заканчивает, как и на Скриме. Вот этим вот. Ну, типа, там, получается, она заканчивает Скрим, да, а тут заканчивает вот так. Типа, это круто. Слезу. Ая, это ты? Ая. Ая. Да. Блин, очень круто. Да. Нам понравилось. Да, нам очень сильно понравилось, да. Все, ребят, спасибо большое, что посмотрели с нами этот замечательный камбэк. Мы надеемся, что нас хватит силы его поставить. Вот, что желания всех сбудутся. Будем на это надеяться. Так что... Вы увидите потом в будущем. Всем пока. Все, всем пока. Пора мне отключить камеру. Поцелую камеру отключаю. Ну да. Целую. Чего я?